Флагман Citroen DS5 получился красивым и неординарным. Его стремительный профиль рождает авиационные ассоциации. После того, как вы окажетесь в салоне, ваше авиационное впечатление только усилится. Кнопки и органы управления находятся здесь не только на центральной консоли и приборной доске, но и на потолке. Добавит впечатлений и проекционный экран, демонстрирующий водителя текущего скорости. Неординарность, которую несет нам французский флагман, далеко не всегда является гарантией рыночного успеха. Какой будет судьба Citroën DS5 в Украине и в мире, как его воспримет публика, покажут в ближайшие месяцы.